Тентакли. Дурная фантазия сразу. Я жаловался, что игра никого не жрет. Меня не жрет. Сожрала. Всем привет, с вами Блейнар, и это Creepy Tale 3. На самом деле лучшая часть из всех трех. Спасибо огромное издателям за ключик. Я уже, если что, ее прошел всю. Да, это я записываю приветствие на просто отдельно. Мы ее на стримах прошли, все на все три концовки. Мне игра безумно понравилась. И вот нарезочка, первая серия. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы поддержите, то все нарезочки выйдут. Все, погнали смотреть. Если впервые на канале, подписывайтесь, жмите колокольчик. Приятного просмотра. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Коллекционная игровая книга. Creepy Tale 3. Ингрид Пенанс. Пенанс, как читается, не знаю. В наказание за свои поступки Ингрид попадает в преисподнюю, пробираясь сквозь тьму. Это мы любим. Жаждущую поглотить ее сердце. Девочка идет к искуплению, но ее судьба находится в ваших руках. В моем геймпаде, точнее. Собственно. Ну чё, все готовы? Погнали. Глава первая, хлеб. Это, собственно, девочка в углу была, наверное. Окей. Окей, хлеб. Мне это нравится, наверное. Хлеб это да, хлеб это хорошо. Хлеб всему голова, как говорят. Красиво нарисовано. Красиво. Русская озвучка должна быть. Ну-ка, давай. Заговори. Да чего же хороши эти щечки, эти глазки. Я создана, чтобы вкушать все радости жизни. Самолюбие плохой знак. Настолько самолюбие. Должно быть, но... Ингрид, будь добра. Навести бабушку и отнеси ей свежий хлеб. Тут она обрадуется тебе. Ладно. Давай его сюда. О, противная уже. Я чувствую, как от нее противностью воняет. Извините за выражение, но... Вот есть же дети такие противные. Ну почему? Когда вернусь, хочу, чтобы на столе были блины. Конечно, блины! Моя милая. А ты побудь немного с бабушкой. Поговори с ней. Ей так одиноко. Да, да, побуду, поговорю. Плохая девочка, я чувствую. В принципе, поэтому она и попадет в преисподнюю, походу, да? О, чувствую запах от нее. Испорченности. Ага. Хорошо, удобненько. Блин, на геймпаде реально в такие игры удобно играть, это радует. Я что могу уже сказать? Мне она противная уже. Я увидел ее 30 секунд, и мне она уже противная. Потому что вот это самолюбие, любуется в зеркало, какая... Ой, какая хорошенькая! Ой, какие у меня щечки красивые! Фу, блин. Ну, себя надо любить, но не настолько же. Забыл, как называется термин, когда ты смотришь на себя и любишь свое отражение. Уа! Это плохо. Плюс, как бы, любить старших, потому что дедушки, бабушки, да и родители, в принципе, это часть твоей семьи, это важно. Дедушек, бабушек в первую очередь надо любить, потому что они не вечные, и потом будешь грустить же. У меня, к сожалению, я очень не застал только одну бабушку, и то уже в таком состоянии, ну, поэтому грустно на самом деле. Но если у вас были бабушки, дедушки, или вернее, есть, то цените их, любите и проводите с ними время. Опа. Здравствуй, демон. Какая отвратительная лужа. Там демон. Не хочу запачкать новые башмачки в этой грязи. Блин. Там демоненок, кстати, какой-то, да? И что ты сделаешь? Ну нет. Погодь. Ты же не хочешь сказать, что ты хочешь использовать хлеб как мостик. Осуждаю! Почему нет выбора не бросать? Что, серьезно? Это для бабушки! Ты адекватная! А вот и карма! Мгновенная причем. Смех прикольный. Мгновенная карма! Мгновенная причем. Засосалити. Фрисподню, да? Пивоварня. Окей.
Глава 2. Я не сильно любитель хлеба, но хлеб это, ну, блин, ну, это еда. Еду так не принято вот делать с едой. А! Воскресло! А, мы сейчас в котел, что ли, упадем, судя по всему? Блин, ну там упадешь в такой котел, сразу сваришься, живьем. Сразу. Походу, да. Бульк! Помянем! Ты чё живая еще? Какие бабки ёшки прикольные. Что происходит? Где я? Эй, чудище! Чего молчишь? Грубость. Что это за Ну и отвратительные детки пошли. 100%. Никакого почтения к старшим. Другие сюда и не падают. Так куда же я упала? Болотную пивоварню. Вот и будь опрятной. Хотела не запачкать башмачки, а теперь и вся одежда испорчена. А вот подумай головой, если бы ты поставил досочку какую-то, веточку, палочку. И девчонку варить будешь? Спеси слишком много. Дурная похлебка выйдет. Если чабреца добавить, горчить боюсь будет. Если смородины. Да где ее сейчас достанешь? Отличные диалоги, мне нравятся. Мы можем ходить, окей. Испортила суп, теперь вонючий будет, да. Верните меня домой! Какая грубая, невоспитанная девочка. Чудище болотное! Где здесь выход? Чего кричишь? Попала сюда, будешь съедена. Я, что я могу сказать? Она очень дерзкая, очень... Таким быть нехорошо. Вот думайте. А помнишь, давеча, ты делала вкусный суп из мальчика? Да, добрый был супчик. Наваристый. Но я там розмарин добавляла. А он уже того. Закончился. В смысле, мне нельзя... Куда собралась? Я хочу домой! Немедленно! Поди сюда, куколка. Из тебя выйдет чудная статуэтка. Не-не-не! Внучку в подарок. Извращенец, внучок у тебя. А что если подойти? А, не пустят, да? Куда собра... Я хочу, да? Да подожди ты. А, то есть не пропустят, я понял. Я понял. Здрасте. Демоненок. Вот же прожорливая тварь, никак не оторвется от миски. Вылитый мой пес штрудель. Какая она грубая. Суп? А нам вот и с внучком нравится. Прочно и со вкусом. Ну что ж, у всех разные вкусы. Они о вкусах разговаривают. Про поедание деток осуждаю. А, мы можем вверх-вниз ходить, прикинь. Ага. Колесо как... А, это этот вентиль, понял. Как посмотреть предметы? Ага. Давай еще потыкай. О. Крути, вращайте барабан. А, надо самому вращать, серьезно? Окей. А что это? А, блин, свет вечно. Что такой слабый свет? Что это такое? Это, как это называется? Забыл. Живое растение, вот это как-то, блин, из Гарри Поттера, господи, как оно? Мандрагора, во. Личинкусы. Да господи! Да, мандрагора, точно. Угу. У них шизофрения, они повторяют одно и то же. Опа, гусеница побежала. Опа-опа. Нямка моя, вкусняшечка моя, иди сюда! Куда бежишь? Иди к бабушке на ручки. На ручки. Блин, это как я кота, да, ловлю, говорю. Иди к мне на ручки. Блин, так у них как котик, да, это прикольно. Можешь еще покрутить, что-то есть полезное?
Бегать она не умеет, интересно, или умеет? А, это мне уже не надо? То есть я взял все, что надо отсюда? И куда? Верни обратно. Там еще грибы какие-то. Да господи, что так быстро-то тухнешь? Не, больше я, походу, я взял все, что надо, да? О, там что-то лежит. Куриная... Какая мерзость. Куриная кость. А, ага! Вот, тут и выбор есть. Походу, выбор влияет на концовку, да? Блин, я не знаю, мы на плохую или на хорошую идем-то? Чат, какую будем проходить? Хорошую или плохую? Блин, мне хотелось бы, конечно, хорошую посмотреть, первую. На какую пойдем? Взять? Или это еще не влияет на концовки, я не знаю. Хорошую, хорошую. Хорошую. Ну все вроде за хорошую. Ну давай пока. Берем. А как брать-то? А. Прикольно, по чуть-чуть страничка рвется. Прикольно. Теперь у нас надо в инвентаре. Слизкая куриная лапка. Отдающая гнилью. Угу. Ну еще, кстати, висят. Блин, он как котенок. Я, блин, а я, может, такого бы и завел, чё бы нет-то, я ж демон, мне такое не чуждо. Ха-ха, блин, какая она мерзкая на язык показала. Ой, ты там растение, я только сейчас понял. Огромное зубастое растение. И чё это мы делаем с ним? Блин, надо попробовать, чтобы он меня сожрал. А мой, сожрёшь меня? Нет? Что делать-то? Опустилась, поднялась. Что с этим делать-то? Так это головоломка, что ли? Что не так? Это еще что за мерзость? Лиану заблокировали вход. Я не могу ничего... Она мне даже не жрет. А как открыть-то? Подожди, я что-то не понял. Как открыть-то, алло? Косточку дать? Не, не хочет на косточку. С этими штуками надо что делать? Как это работает? Блин, вот это я не люблю нелогичные головоломки. Вот как тут понять? Какой принцип? Это еще что? Да я понял, понял, понял. Но Костя она не хочет. Может потом, но сейчас он не хочет. Да что не так с этим? А, мы можем еще поднять. О. Ой, еще выше подняли. А зачем? Ха, прощай, лифт. А ты куда? Все, уперся. А, ну чтобы он был на высоте моих ног? Или что? Это еще что? Что не так с тобой, лифт? Это еще что за... Я не понимаю. Он же и так вроде... О! Наконец-то! Господи! А чё так сложно-то? Я не... Ой. Ой. Блин, а во второй части он жрал. И в первой, по-моему. Ну, не он, а когда вот кому-то подходишь, тебя жрут. А это просто порычал и всё. Ай, дьявол! Лифт захвачен монстром. О! Естественно. Швырнуть или подойти покормить. Ну, учитывая, что мы идем на хорошую сначала, то надо первое. Походу. Швырнуть это как-то не, неправильно. Так правда руку могу оттяпать, блин, заживо. Либо. Ага. Ага. Я вижу. Я не буду спрашивать, за что я там. Да что буду сейчас хвататься, но. Ну, вы поняли. О, о, о! Что такое?
Ты со мной? Ну давай. С нами друг. Оу, май, а чё вниз-то, нам наверх? А, там тупик был наверх, да? Нельзя было наверх. Водопад. Блин, какие быстрые главы. Уже третья, слушай. Это как быстро. У растений нету пола. Успокойся, Блейнар. А кто тебе сказал? А вдруг в этой вселенной есть? Быстро загрузка в этот раз. А вот теперь мы точно в преисподней, да? Вот теперь мы в преисподней. Игра сохранена, спасибо. А бегать мы умеем? Мы не умеем бегать. Опа, мальчик, камень. Новенькая, поиграем? Нет. Во что? В забавную игру. А если победишь, то сможешь вернуться домой. Ну, заманчиво. А если нет? Знакомься, это Грегор. Он проиграл. Хотя лично мне он не нравился с самого начала. Может быть, причина в этом? А ты вообще кто такой? Имени у меня нет. Я Млох, как и все мои братья. И много вас таких? Много. Но играть люблю только я. А у этой твоей игры правила-то есть? Правила простые. Поступай так, как считаешь нужным. А судьи кто? Уж точно не я. Не бойся, разберешься по ходу. Выбора у тебя все равно нет. Ну да. Мрачновато. Какие-то вы здесь все неприветливые. А сама-то? Да и ты, Ингрид, не ангел. Иначе бы сюда не попала. Точно? Что? Уже хочешь забавить? 100%. Ответь вежливо. Мы идем на хорошую кантовку, поэтому ответить вежливо. Как при этом укрой. Очень хочу. Прошу, помогите. Видишь, водопад. За ним портал обратно не в верю. Ваш мирок. Заходи в любое время. Не верю. Ты сказал? Все? Так просто? Наивная. Проще некуда. Попробуй. Наивная. Он ногу грызет. Или ногти на ноге. Чувак, вредно грызть ногти, особенно на ногах. Я не верю. Еще посмотрите на этот водопад. Ну а сколько это может быть портал домой? Сейчас что-то произойдет, 100%. Я бы не шел туда. Ой, я ж сказал! Глупая, наивная девушка. Немало, видимо, в тебе желчи. А может, водопад пропускает только хороших? Посмотри, водопад тебя пометил. Опа. Нажмите РБ. Где здесь РБ? А, вот это. 5-5. Что это за цифры? Слева твои грехи. Ах. А справа добрые дела. Ну, слушайте, мы не такие плохие. И что мне с этим судя делать? По этому. Да просто будь собой. Подожди, ну 5-5 это значит, что у нас мы неплохие и не хорошие, мы нейтральные. Хотя по ее поведению она вредная капец. Я даже не нашел, у нее за хорошие дела были. Как убрать это дело? Я понял. Грегор, блин, сочувствую тебе. Блин, он похож на персонажа второй части, но это точно не он, потому что, насколько я помню. А я не помню, чем закончилась вторая часть, поэтому... Ладно. Опа. Девочка. Пол лица отсутствует. Кто-то откусил. Кусь сделали. Походу, это очень давно здесь, ребята. Вон кто-то отвалился, ноги отвалились. Ноги есть, тело отдельно, нормально. Пропасть. Ого. Тройка. Чё за доминошка с тройкой? Какая-то платформа. Мы теперь в платформер играем? А, блин, ну там детей капец в лаве. Это же лава? Прыг. 4. Прыг. 2. Прыг. Ой. Минус я. О, я всплыл. Я всплыл. Минус я. Окей. У этого по всей видимости есть правила. Какие-то. Это опять мини-игра. Окей. 3. 4. Значит, 2 нельзя. 3. Опять на 4, что ли? 4. 5. 6. 2 нельзя.
Получается, значит, назад. О, опять он выглядывает. Три или два? Я заметил закономерность, кажется. То есть, влево вроде как можно всегда. Почти. А вправо только больше, чем на том, чем ты стоишь, да? Я не хочу проверять, на самом деле. Давай попробуем назад. Походу, я угадал. Но здесь, получается, направо нельзя, только налево. Ага. Два. Ну, три больше, чем два. Ага. Тут, блин, либо 4, либо 5. Ну, в раз больше, наверное, можно. О. Ну, тут 6. Слушай, я, походу, понял закономерность. Вправо нельзя, чтобы было меньше, чем на то, чем на то, что ты стоишь. То есть... Ага! Прошли со второго раза. Достижение, ловкость. Ой. Нас засосали тебя опять куда-то. Что ж нас все засасывает куда-то? О, глава 4. Брюхо. Нас съели? Ну, кстати, название геймпада, возможно, у вас высветилось, возможно, нет. Какой-то чертик идет кормить какой-то рот. Это полумеханическое существо, да? Механизмы какие-то крутятся. Интересно. Еще чертики. А, вот и я. Вся в крови. В кетчупе, пардон, Ютуб. Это кетчуп. Это кетчуп. Учитывая, видите, еду видите, значит, что это кетчуп. Мясо. Что он с ним будет делать? Берет нож. Чик-чик-чик. Добавил лучка. И... Ага, и в духовочку. Печку. Ну, гриль будет типа такой. Блин, есть захотелось. Да что ж такое? Я бы эту ножку сам бы съел. Хотя чья это нога, неизвестно. Что за дикость здесь происходит? Блин, я на самом деле вспомнил игру Friend Bow. Тоже вот очень атмосферная игрулька. Я ее два раза, по-моему, играл. Правда, второй раз не до конца, по-моему, вроде. На канале. Блин, ну такие игры мне нравятся, на самом деле. Вот таких игр побольше. Я спер нож. Это плохой поступок, если что. Я спер... Ты... Чеснок это сила, это вкусно. Чеснок это такая вкуснотень. Да, сверху таскают. Чеснок это ма. Как можно не есть чеснок? Мне нравится очень чеснок, особенно в духовочке, это с мяском. Муа! Это такая вкуснотень. Так, есть куда-то проход. На лифт доставляют наверх. У них тут распределение обязанностей, да? Так, давай, что внизу? Это вниз? Судя по всему, да. Дырка. А, здесь дыра. Нужно искать другой путь. Напишите в комментариях, кто любит чеснок. Ну, если это видео будет, то под видео. Если стрим останется, под стримом. Я люблю чеснок безумно. Я не знаю, как можно жить без чеснока. Это вкуснотень. Опа. Это что, печень, почки? Что это вообще? Это печень, по всей видимости. Так доставай. Ух. Только не говори, что ты будешь ножом вырезать. Это же плохой поступок. Не, ну вы чё? Ты нож в печень, никто не вечен. Это плохо. Реально. Ё-моё. Нож в печень никто не вечен. Отлично, бери печень. Какая пригодится. Мерзость. Не, печень вкусная, если приготовить. Вкусно. Я, правда, давно не ел печень. Взять. Выглядит отвратительно. Но кто его знает? Может и пригодится. Судя по звуку, это тоже выбор. Реально влияет на что-то. Бери половинку шестеренки. Опа, здрасте. Три рта с тентаклями. Тентакли. Дурная фантазия сразу. Ай. Я жаловался, что игра никого не жрет. Меня не жрет. Сожрала. И да, это кетчуп. Все еще. Я ничего ему не могу дать. А, подожди, надо подойти. Лучше с ножом к ней не подходить, я понял. Понял. Ой, кажется, оно сдохло. Пена пошла изо рта. Понимаю.
О, эту покормили. О. А она что, тоже? От чего? Что мы взяли? Ветхий полый рог. Угу. А тебе чего? Ножом тыкать, наверное, не вариант. Ну, походу, я тут ничего не сделаю, да? Не пройду я. А, подожди, там канат какой-то. Верни обратно, верни меня взад. Там канат какой-то был. Там был какой-то канат. Что-то поднялось. А, это дырку, что ли, закроет? Огонь. Игра довольно часто сохраняется, это приятно. Блин, печень жалко. Да, это какая-то про... Во, проход. Ё-моё, чё пугаешь так? Нет! Этот кислотный дождь испортит мои прекрасные волосы! Скорее он тебя растворит вместе с ними! Ну тут, в принципе... А, ну рок. Набрали. А зачем? А, это возможно, слушай, у меня мысль. Растворить внизу? Растворить внизу? Я к тебе пришел с приветом. Рассказать, что солнце встало. Приятного аппетита. Еще одна. Блин, в итоге две сдохли, одна нет. А, фу, мерзко. Че это так? Проход забит пищевыми отходами, сочащимися отвратительной липкой жижей. У кого-то неправильное питание. Ну, в принципе, если жрать только одно мясо с духовки, то, наверное, да. Это же его отходы. Перед тем, как склеивать, неплохо бы сперва найти вторую половинку. Это клей, понял. Проход забит. Да я понял. Ну тут, в принципе, альтернативы нет. Ладно, пошли обратно. Пошли обратно. Так, давай еще раз наберем, наверное, если можно. Может, что пригодится, значит. Не знаю пока зачем. Так, набирай, пошли наверх. Что я могу сделать? Так, там я все сделал, пошли наверх. Кажется, здесь не хватает центральной шестеренки. Мы ее склеиваем, по факту, да? Где вторая часть? Ну, рычаг. Элементарно. Ну, в шестеренке нет, да? Выберусь отсюда, расскажу. Никто не поверит. А, потому что у тебя шиза просто-напросто. О-о-о. Медленно и осторожно выйду. Опять, не, ну мы осторожно. Это же хорошая, добрая девочка будет. Она перевоспитывается. Потом мы сделаем наоборот. Пока хорошая девочка. Угу. Наверное. Хотя если взять нож в печень, то это уже не добрая девочка. Ага. Этот шов держится на соплях. Нет, ну... Ну хватит вредить, членом вредительством заниматься. Опять ты будешь кого-то резать, кромсать. Не надо! Без комментариев. Мне надо... А как посмотреть, я забыл. Нет, верни меня... Ай, блин. Я... А как посмотреть... А, РБ, господи. На руки. 5-6. Ага, а что мы хорошее дело сделали? Слушай, окей. Ну вообще, я так понимаю, то, что я резал печень, не засчитал как плохое, да? Восхитительно. Лифт установлен исключительно ради непрерывного цикла кормежки. А, такое... Раньше вообще были лифты в домах только для кормежки. Ага. Опа, теперь у нас две косточки. Зачем? А зачем? А, ну предсочи... Не-не-не, я понял. Слушай, походу надо затыкать, да? Опа. Восхитительно. Блин. Да господи, я понял. Надо быстро это делать, да? Что происходит? Я не хотел тебе угрожать. Восхитительно. Да хватит болтать. Чё не так? Чего не так? Или надо восхитительно делать... Да хватит болтать, я понял. Восхитительно. Лифт? Да хватит вылетать-то. Что я не так делаю? Да не, куда вышло?
Вышла она. Да понятно, что он смотрит. Как это? Восхитительно. Я забываю, что надо открывать инвентарь. Запикай давай, пикай. Восхитительно. На, инвентарь открывай. Да хватит. Да ё-моё, я задолбался. Хватит. Или это рано делать? Вот в чем проблема? Надо сначала взять. Да ё-моё! Хватит! Задолбал, ладно, давай сначала возьмем обе. Все? Аллилуйя! А, это кислотный дождик. Блин, мне кажется, желудок остановили монстру. Тоже плохое дело. Так, надеюсь, это не на время. Надеюсь, это не на время. Так, нам надо вниз, хотя, ну, вроде да, только вниз вроде и есть путь. Блин, там осталось что, половина шестеренки? Это в самый низ, по-моему, да? Главное сейчас как, чтобы не пошел дождик, а то я превращусь вот в эту же жижу. Так, теперь нам надо... Где там клей был, подожди, там? Или клей был... По-моему, здесь был клей, да? Да, после этих штук. Клей. Давай, клей. Великая механик, великий. Давай, смотри-ка. Раз, и все. И шестеренка готова. Окей. Давай. Давай, беги, беги. Блин, что она бегать не умеет? А, это тоже открывает, слушай, я решил проверить кнопки. Оказывается, две кнопки открывают. А, и это тоже открывает. Все верхние триггеры открывают, я понял. А почему РБ писали, если все открывают? А бегать она не умеет, это печально. Когда, интересно, разрабы прикрутят бег? Она, по-моему, там бегает по скриптам только, да? Как вторая часть, наверное, будет. Кажется, да здесь не... я понял тебя, ну, господи. Почему не надо открывать инвентарь? Зачем она нож достала? Что это было, Кэп? Ага, хорошо. Дергай рычаг. Что происходит? Тыква. А, теперь он вегетарианец, да? Здоровый образ жизни. Здоровое питание. А ножа нет. Не, ну... Блин, вообще должно быть все. Ой, простите. Все должно быть в комплекте. То есть мясо с чем-то таким. Должно быть все в комплекте. Но теперь он вегетарианец. Блин, но питаться одними тыквами, наверное, сложнее, чем питаться одним мясом. Хотя все приедается, если есть одно и то же постоянно. У него, кстати, протез вместо руки, как прикольно. У всех, когда у них так. У этих тоже. А не понял, у других было такое же? Или это у тех, что работают здесь? Кстати, у них рты зашиты, я только сейчас увидел. Чтобы не болтали, да? Работали. Блин, мне жалко их даже, у них рты зашиты. И что он скажет на тыкву? Ой-ой! Что происходит? Кажется, сейчас кто-то... Естественно. Организм не привык, и что? По логике вещей, я только один проход видел. Я могу тебе что-то влить? Жди. Я ему кислоты в рот. Хотя это его же кислота. Поэтому ему ничего не будет за это. А могу ножом? Нет. Зачем ему кислоту плюнул, кинул в лицо кислотой? Че по карме, кстати? Я сделал что-то плохое. Что я сделал? Кислота была плохая или что? Что я сделал? Я, кажется, концовку испорчу, да? Не, если будет больше хорошего, то все равно будет хорошо. Но... А что я сделал плохого? Ага, вот. А вот здесь. А, вот, мы в кишке. Очистился проход. И мы потекли по кишке. Куда? Ой, только не говори, что туда, куда я думаю.
Вот такая вот первая серия. Блин, как же мне нравится эта игра. Поддержите видосик обязательно, и выйдут все нарезочки всех серий. Да-да. И да, у нас поменялась превьюшечка, стиль превьюшечек. Надеюсь, вам нравится. Да, я знаю, многим надо привыкать. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся. Чекайте каналчик, телеграмчик, подписывайтесь. Ссылочка внизу. И пока-пока.